Вот. И смотри, тут... Это же тут суета, суета домашняя началась. Человек режет, готовит. Ну, сезон? Еда. Ну, ты понимаешь, что... Ну, ой, все-таки такое. Как же хорошо дома. Вернулись. В гостях, как говорится, хорошо, а дома лучше. Все переложили в нормальную, в свою. С большими колесами. И ноги, ноги тоже надо наверх. Мы утеплились сильно. Едем испытывать себя, испытывать все, испытывать коляску. Мирка спит. Ну, конечно, свежо. У меня даже нос покраснел. Снежок уже тут накрапывает. Ой, ну ничего. Свежий воздух, в общем, даже прям и приятненько. Главное, хорошенько утеплиться. Ага, класс. Помощничек. Сейчас давай трюки с коляской. Щук-щук и рукрышка.